смотри, какое голубое озеро. Вот это? Красотища, да. Красиво. Потом сейчас туда подойдем, там будет озеро. Да. Идем. Красиво озеро. Спускайся. Вот так, аккуратненько. Вот озеро. В палатках, да, тут в палатках. Тут шашлыки жарят, пикники. Если можно прятаться от кого-то. Прятаться можно, конечно. Пойдем дальше. Да, а потом пойдем на пески. Вот туда, на пески. Аккуратно, да, здесь видишь, какие бугры. Ой, какая красота. Можно спуститься? Пойдем с этой стороны. Класс. Нравится? Похоже на море, да? Да. Это озеро. Так оно и так на море. Это я, да? Вот какое красивое. Сам чуть не упал. Пойдем. Красота, да? Ой, как красиво. Голубое озеро. А у тебя есть крюк? Крюк? Зачем нам крюк? Наверх, чтобы забираться? Так мы сами. Вот, давай ручку маме. Вон папа с Даниэлем уже ушли. Так, пойдем, идем дальше, идем до песков. Такой, да, обрыв тут. Я тебя держу. Идем. Вот сюда. Да, спасибо. Ой, оп. Идем прямо вдоль обрыва. Какие здесь камни. Смотри, какой подъем. Вот. Пойдем. Оп. Так, давай я тебя подталкиваю. А ты сама тут? Я сама. Вот там обрыв. Да, а нам нужно наверх. Класс, да. Забрались. Спускаться, да, вот там было. Здесь такой спуск крутой. Да, почти пески. Чуть-чуть осталось еще небольшой подъемчик.
еще один подъем? Да, давай, поднимаемся. Ух ты, вот такое место, класс. Класс. Классно, да? Класс. Горы, песка, клёво. Горы просто, да? Ой, класс. Он еле бегает. Даниэль, запрыгивай. Сможешь? Давай, я тебе помогу. Вот, молодец. Класс. Ух ты. Смотрите, какая красота. Сели с Даниэлем к обрыву. Дошли до другого краю, а там было красиво. Давай ручку маме. Не знаю. Все. Домой. Ну дальше пошло там вот. Идем обратно, да, через такой лес. Это лабиринт. Оп, аккуратно, Даниэль, лицо. Как будто ты на вызов.
иди аккуратно.